другим темам. Полностью избавить дороги Сургута от колейности власти планируют в 2023-м. Характерные дефекты асфальтобетонного покрытия, по которым есть решение судов, этим летом ликвидировали на 100%. Всего дорожники уже убрали более 50 тысяч квадратных метров колеи на автомагистрали. На сэкономленные в результате аукционов средства муниципалитет продолжает устранять выбоины. Вместе с этим после очередной ревизии дорог в план ремонта добавили еще десятки тысяч квадратных метров поврежденного асфальта. Но обновят новые участки уже в следующем году. Об этом рассказал глава Сургута Андрей Филатов. На следующий год колейность как явление в городе искоренить. И сегодня вот уже формируем параметры бюджета, выходим на то, чтобы полностью профинансировать эту статью. Дополнительная ремонтная кампания уже завершилась на проспекте Ленина, где сделали часть кольцевой развязки у памятника основателям Сургута. Сейчас подрядчики работают на Мира, где обновляют участок по направлению от перекрестка с Маяковского до пересечения с 30 лет Победы. Также локальный ямочный ремонт методом сплошного асфальтирования выполнили на улицах Западной, Автомобилистов, в процессе работы на Аэрофлотской, Грибоедовской развязке и других магистралях. На сегодняшний день заканчивается кампания по ремонту, полностью ремонту улицы Щепеткина. Ну и продолжаем отдельные локации, это уже ямочным ремонтом. Ориентируемся на том, что те предписания, которые были выданы в прошлых годах, в том числе и судебные решения, в этом году мы закрыли 100%.